Саня, да? А, и где Саня? Вот это Саня, а это Кузя. А остальных как зовут? Фаер, Байкон. Это вот. Советую лучше не чесать. Ну, что-то вкусненького нашел. Мне он ничего не сделает, а другим людям. А он сейчас, там этих лишних букашек съест и все. It's people do things like by fern birds, or it's a nature cat. What? Birds like this. Перегрызем, почему ему не стоит это сделать. На мне уже двое пасутся. Вкусненький, наверное, оказался. Смотрим, мамино удивление. Так, что-то тоже вкусненького нашел здесь. Ну, приятно, что характерно. Веточка. Он тебе лифтик расстегивает. А вот тот что делает наверху? А он Сережки, Сережки, сейчас смотри, снимет Сережку. Ну-ка, фу. Ну, сидите здесь. Клюйте голову. Клюй, мозгоклюй. Аккуратнее. Не, ничего страшного. А он тебе лифтик расстегивает. Реально он тебе лифтик развязывает. Вон там море сзади. А меня объедают попугаи. Чудесно, не правда ли? На руку иди. Чего они там едят-то на мне? На руку, говорю, иди. О, у меня ногти грызет. Перегрызет. А чтобы он сейчас полетел, а потом на руку, что надо сделать? Подпрыгнуть? Ну, вообще-то он на руку к чужим будет садиться. Он, надо тренировать, что он будет хозяину прилетать. Ну, они же ко мне перелезли. Пуговка вкусная. А, они ее разгрызут, сломают. Ну, что, гуляется, ага, такой. Чего пуговку у меня отобрал? Птички любят, по-моему. Паренек говорит, к чужому не полетят на руку. Что ты там хаваешь все время? Не ори на меня. Тренируешь, чтобы он вернулся. Ну, я сначала.
сначала, как надо начинать, надо просто произносить его имя и давать еду. Потом подписывать или свисток и давать ему еду. Потом он это запомнит, и что, еда, что его имя значит еда, и будет прислушиваться. Я также тренировала его. А потом надо будет его звать, отходить подальше и манить едой. И он пока не прилетит, и давать ему. В конце концов он будет прилетать, прилетать, пока он без еды не будет прилетать. Его летать на улице не так, не на 100%, что он вернется, если он не будет перелетать и без еды. Чтобы они летали, они сначала должны быть голодными или накормить своего надо? Это не обязательно. Нет, он нажрется, летать не будет. Или, например, наелся и такой думает, а что это, он зовет меня, я есть не хочу и не станет возвращаться. У них это пивочка найдет. На рефлекс. Ты сейчас его не ешь? Ну, не, брат. Пирсик мне хотел сделать в ушах. Горошинки вкусные. Здорово. Ай. Маникюр мне делает. Ну, а боже. Меня одолели. Они мне сделали маникюр. Поклевали хорошенько ноготки, смотрите, какие ровные. А теперь я как боярин, смотрите, у меня какие погоды. Пугается, отклевывает от меня. Как тебя зовут, Вася? Ранку тебе это пытается. Ну, конечно, там вкусненько. Опять за пуговицами пошли. Ну и что?